Сегодня на мосту, ведущем на промзону, снова произошло дорожно-транспортное происшествие. Дорогу не поделили Сузуки и Ниссан. Столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог. При выезде со второстепенной на главную водитель Сузуки не уступил проезд другому японцу. Больше всего в итоге не повезло пассажиру Ниссана. С травмами женщину доставили в ЦГБ. Ей назначено стационарное лечение.